нашу державу. Залишилось дочекатися рішення Європейської ради наступного тижня. ЄС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличие от НАТО. Поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция, она последовательная, понятная, мы ничего не имеем против. Это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям. А дело этого экономического объединения – принимать свои члены новые государства или нет. Тепер ми за один крок до початку повноцінної інтеграції з Європейським Союзом. Маємо позитивний висновок Єврокомісії щодо кандидатства для України. І це історичний здобуток усіх, хто працює на нашу державу. Залишилось дочекатися рішення Європейської Ради наступного тижня. Росія сама зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною. Ну а ми робимо все, щоб як найсильнішими були наші зв'язки. ЄС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличие от НАТО. Поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция, она последовательная, понятная, мы ничего не имеем против. Это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям. А дело этого экономического объединения – принимать свои члены новые государства или нет. Насколько это возможно, целесообразно для ЕС, пускай определяют сами страны Евросоюза. Будет ли это на пользу или во вред Украине, это тоже их дело. Дело украинского народа и украинского руководства. Но структура экономики такова Украины, что она потребует очень больших субсидий, дотаций. Но и если не защитить внутренний рынок, Украина окончательно превратится в такую полуколонию, на мой взгляд. Но в то же время будет получать достаточно значительные поддержку на текущие расходы.